Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня автомобиль Smart Fortwo 2010 года выпуска. Двигатель 0.6 турбодизель, коробка робот. Пробег на автомобиле 68 тысяч километров. Застучал передний стабилизатор. Поднимаю автомобиль, снимаю пластиковую защиту и меняю втулки переднего стабилизатора. Стойки живые, а втулки пришли в негодность. И на перекатах стук такой, как будто там весь передок вот-вот высыпется. Поднимаю автомобиль и снимаю защиту. Снимаю вот эту пластиковую защиту. Здесь она большая, практически на пол автомобиля. Откручиваю болты по бокам с двух сторон. Также болты здесь, три штуки посередине. Потом вот у нас под порогом и сзади болты. Вот здесь вот даже не болты, а гаечки. Одна есть, второй нету. Так, средний на последний оставлю. А, это не болты, это саморезы. И глубокие. То есть длинные, глубоко входят. Наверное, сиденья крепят в салоне. Отщелкиваю вот эти защелочки. Что-то у нас еще держит. Что-то у нас. А, вот еще болты по бокам. Крутился.
Все, защиту я опустил, даже до конца я ее снимать не стал. Вот так ее повесил. Вот они, наши втулки стабилизатора передние. Стоят на одной гайке. Получается, на оси переднего нижнего рычага на сайлентблоках, прикручены одной гайкой. И вот что у нас стабилизатор делает. Он ходит ходуном. Откручиваю гайку. Да, гаечка на 18. Поддеваем скобу. Она разъемная. Втулка разрезная. Снимаем ее, снимаем скобу, чищу и устанавливаем на место. Беру новые втулки. Новые втулки мерседесовские, оригинальные. А451 323 0185. Втулочка идет клейкой. Я немножко ее смажу я Фэби 31942, смазка, которая идет для суппортов. Она резину не разрушает. Внутри смазываю втулочку во избежание скрипов. Одеваю ее на место. Смазываю резьбу. Скобу я почистил. И закручиваем гайку. Все. Сейчас стабилизатор уже не гуляет. Ну и аналогичным образом меняю со второй стороны. Также откручиваю гайку, снимаю скобу, чищу ее, меняю втулку и собираю. Все, со второй стороны я тоже втулку стабилизатора заменил. И хотел показать, вакуумный усилитель у автомобиля находится под полом водителя, и бензобак находится под сиденьями. Здесь же рядом ABS-ка. Конструкция, конечно, замудренная. Двигатель сзади и все органы управления и трубки протянуты сзаду вперед. Ладно, ставлю защиту на место, прикручиваю ее, и на этом замену втулок переднего стабилизатора я закончил.
Всего вам доброго.